Эй, здорово, чувак, я мирный, не бойся, у меня ничего нет абсолютно. Хочешь, я все выкину даже перед твоим домом? Я мирный, честное слово. Если хочешь, можешь выйти и дверь закрыть. Если хочешь, можешь меня убить, в принципе. Что такое? Но я надеюсь, ты благоразумный чел. Заходить? Серьезно? Никто меня еще в дом так не пускал к себе. Серьезно, да, серьезно. Тихо-тихо. А можно? Да. Я даже факел возьму. Это факел. Можно зайти? Настасья Кинский? Ты что ли девушка? Меня, по-моему, девчонка пригласила к себе домой. Ты прикинь, Саня. Есть будешь? О, май fucking god! Саня! Ну, а можно? Саня, ты здесь? Так ты девушка или нет? Ну, что-то как-то внешне не очень похоже. Ну... Ответь мне, Настасья Кински. О боже мой, сколько у тебя тут комнат? Сколько у тебя дверей? О май fucking god. Чё-то я думаю... Я не хочу подниматься наверх, может быть это тюрьма? Да, очень похоже на тюрьму. О боже мой. Это точно не тюрьма? Да, сейчас. Ты меня, походу, в тюрьму привели, чувак. Над тобой будут издеваться, не ходи. Так. А, ну тут вроде костер. Все дела. Эй. Сейчас по башке я тебя как даду. Нифига, тут столько вообще комнат. Тут столько всего, просто жесть. Надеюсь, она меня не убьет. Или он. Ну, имя Настасья Кинский, я не знаю. Настасья. Походу, девчонка, я не знаю, чел. Ты знаешь, кто такая Настасья Кинский? Нет, или это чел какой-то. Мужик? Актриса. Актриса? Ну так... Говоришь со мной? Ты очень добра или добр ко мне? Сотричат! Кого приютить, шлёха? Ой-ой-ой! Меня! Ух ты! Нифига себе! Спасибо! Том, ты видел чат? Да-да-да-да-да! Там шлюха! Шлюха? Там тип пишет, кого приютить, шлёха пишет, меня! Ник, что ли, шлюха? Точно! Окей, подожди, я тут вроде как или с девчонкой нормальной, или с чуваком нормальным, я тут как-то в комнате. Ходи, не стесняйся. О май fucking god, это девчонка! О май god, комбо! Комбо, Саня! Я тут типа молчал, мне надо было прийти в себя. Я впервые вижу девчонку в расте, черт возьми. Кстати, когда мы тогда видели девчонку, она тебя убила, да? Да. Тебя плохо слышно, ты отрывками говоришь. Никогда не доверяй бабам. Да, наверное, не надо. Так, она говорит, меня плохо слышно, я говорю отрывками. Слушай, а ты где? Так, наверное, это мой дурацкий интернет все. Я не знаю, я просто очутился где-то, там такой высокий дом. О май гад, что это пикап? Я могу это пикап. Офигеть, ко мне никто не был так добр в расте. Тем более девчонка. Последний раз, когда нам с другом встретилась девушка... Так, ты, надеюсь, не закроешь меня? Так побежала просто. Последний раз, когда мы видели девушку в расте, она дала моему другу по башке и убежала. Это был я. Это было смешно. Мне, не ему. О, черт, она зашла в какую-то комнату, она зашла в другую комнату, о май гад! Мама! Стоунхэтчет? Сальвэджд Хаммер, она мне дает ресурсы, Саня! Вау, спасибо!
Спроси, сколько ей лет? Нет, скажи, это не круто скажи. Спрашивать, сколько лет у девчонки. Сейчас она тебе скажет, 12. Оу, спасибо. Скажи, а тебе ух, блин, офигенный шлем. Офигенный вот шлем, видишь, спасибо. Ты меня променял на бабу. Вот ты, все, вот... Ты только что сказал. Вот так, ничего не будем, сначала друг друга найдем. Быстро. Вот все... В смысле променял на бабу? Ну если она меня приютила, что я сделаю? Ты должен отказать и найти друга. Так, блин, она... все доверие сразу оборвется, понимаешь? Не понимаю. Ну, потому что у нее тут дом. Скажи, нужно найти чувака. Скажи, где тут собаки далеко? Да вот именно, то, что она подумает, что я своего друга тащу сюда. Просто скажи, а ты не знаешь, а тут собаки далеко? Памятник. Вот. Ну так, а ты одна тут играешь? Нет, с волками. Сейчас, да. И ты одна построила этот дом? О, гад. Она может просто говорить в чат. Ну, не совсем одна. Ее никто не будет. Ну, понятно. Я надеюсь, твои друзья такие же добрые. Они на этом серве больше не играют, а мне дом жалко. Ух ты. А че это они не играют? Потому что я баба. Ну, по-моему, лучшей серва пока нету. Есть еще Rastru Gamer, но... Воу-воу, оружие. Полегче. Спроси у нее, сколько лет. У нее есть оружие. Май гад, подожди, мне нужно с ней поговорить, иначе мы уже слишком долго молчим, понимаешь? Это неловкая ситуация. А тебе сколько лет? Да! 18. Вау, нифига себе. 50? Нифиг... Окей, все, ладно, молчу. Что, она скажет, это не культурно спрятать? Ей 21! О май гад! Оу. Оу, это было страшно. А собака далеко от тебя? Слушай, не хочешь прогуляться? Скажи, до собаки. Просто мой друг, он тоже сейчас зарезался. У нас как бы здесь был дом, но его сломали. Скажи, у друга тоже ничего абсолютно нет. Если не хочешь, то я сам, наверное, схожу. Я у собаки. Он говорит, он у собаки, но я не знаю точно какой. Хорошо. Она говорит, я пули возьму. О май гад! Что возьму? Это Жанна Дарк. Что скажу? Она сказала, я возьму пули. Оу, гад. Оу, гад, она сказала просто, и я возьму пули. Я у собаки. Need support. Да я понял, чел, сейчас к тебе придем. Скоро. Да, нам туда, нам прямо надо. Справа собачка. О май гад, она просто Жанна Дарк. Значит, вы рядом со мной. Вы, наверное, тоже самая собака. Да нет. А, Саня, нет, она... ты недалеко убежал от нее? Ты никуда не бежал от нее? Нет, немножко далеко. Окей. Окей, ладно. Я сзади собаки. Окей, все, понятно. Мы бежим. Она... Чего? Тут две собаки, возле какой он? А вот я точно не знаю. По-моему, вот у этой, что прямо... По-моему. Нужно это проверить. Это на пустыне, та на траве. Так, это в пустыне или на траве? На траве. Та на траве, он говорит, рядом с которой он. Рядом с которой он, она на траве. Вообще, сколько собак на сервере? Три? Вроде как четыре. А, четыре. Ну, по-моему, он у той. По-моему. Там же есть место спавна, да, где-то рядом? Бля, вот я не понимаю тебя вообще. Так, бля, кто-то рядом, пацан. Кто-то рядом? Да, со мной, пацан. А, с тобой? Блин. Может быть, пойдем там переплывем, справа, там меньше плыть надо. Бля, кто-то рядом, пиздец. Вообще рядом? О, черт, нам нужно поторопиться, рядом с ним есть враги. Тихо. Рядом с ним кто-то есть. Тихо. Подожди, мы бежим, чел. Я между камней спрятал. Вот я бежу, я бежу. Вот два типа. В смысле два типа? Вот одного из них, они подбегают к речке. Да это мы! Он видит нас, подожди, он нас испугался. Я бегу.
Он нас испугался, он нас видит, он говорит, со мной разговаривает. Да, он где-то здесь. Да вот, сзади тебя. А, да, это он, это он. Привет, привет. Говорит, два чувака разговаривают. Ты трус. Тут вы живете? Конечно, да. Это ваш дом? У нее такие шмотки, конечно, это ее дом. У меня 1400 дерева. 1400 дерева. Это ты хочешь с ней заговорить так? Смотри, кто-то строил под дом. Типа, Саня, знаешь, как подкатить девчонке в расте? Скажи, что у меня 1400 дерев. Это что, ее мост? Или она ганкать хочет кого-то? Фуач! Этот мой! Дандо. Его зовут Дандо. О боже мой, я убийца! Я убийца! О, добрый день, чувак! Как сам? Как дела, дружище? Дайте топор каменный, пожалуйста. Сергей Вадимович. Уважаемый Сергей Вадимович. Че вам, топор? Скинуть топор? Ладно, хотя бы это, топор я себе оставлю, хорошо? Сейчас пошел. Спасибо, ребят. Да, пошел. Не за что. Давай, счастливо. Давай счастливо. Он такой сейчас вообще офигевает. Ты еще все задом уходишь. Просто воздух. Вот он, наверное, сейчас просто офигел. Просто офигел, чувак. Что она ничего не говорит? Я не знаю. Сейчас дома у нее спросишь. Она, видимо, ну, не разговорчивая так. С незнакомцами. Но дома она нормально говорила. Могу ли я войти? Заходи уже. Чувак. Не судьба. Не судьба. Слушай, это пацан, это детский пацан. Да нет, ты чё? Какой детский пацан? Мне кажется, это девчонка. О, гад. Я... О, боже. Что? Что такое? Что такое? Охренеть. Посмотри, сколько тут комнат всяких. А, нет, нам, наверное, сюда. А, то там балкон. Жесть, сколько комнат. Офигеть. Класс. Это тюрьма. Да-да-да. Я хочу быть твоим пленником. И что будем делать? Есть будет? Давай не будем шариться в этих шкафах. Ты шарился? Нет, я специально показываю, чтобы она мне доверяла. Да-да-да. Давай сядем. Тихо. Я готов. Давай просто тут сидеть. Чувак, у тебя ведро на голове. Я знаю. У меня яйца витые, мне как-то не по себе. Почему-то она очень часто забегает в эту комнату. Мне кажется, это... Чё-то. Я не знаю, чё. Там кто, пленники? Там кто, пленники? А там печь. Нет, там ящики стоят. Кстати. Ну, тут есть волшебный шкаф. Некоторые, кстати, через какой-то баг, по-моему, да? Или типа того. Какой-то баг, говорят, есть. Баг, когда не прогружаются текстуры. А, это когда при перезаходе, да, на сервер? Полностью не прогружается.
Ну да, и при лагах бывает. Понятно. Окей, хорошо. Так приятно с девушкой играть. Во-во-во. Ты штаны сначала одень. Штанов. У меня нет штанов. Я вынужден быть надистом. А чем ты занимаешься? Построилась. Вот построилась. Нападаешь на людей. Окей, прям впрямую, да? Почему ствол не убирает? Да, убиваю. Бля, сейчас убьет меня. А, она дала тебе штаны. А, это так мило, спасибо. Теперь я твой пленник навеки. Точно, у нас штаны как у пленников, да? Посмотри. Просто я более привилегированный пленник. Сидёшь? Что за ведро? Я не могу. Это мое ведро на голове. Хочешь, мы тебе поможем? Из дерева, я не знаю для чего. Нужны камни, я так понимаю. Ой, ты! Вот врун! Ты, врун! Лишь бы тебе склеить девчонку, черт тебя дери! Я подкатываю. Ты ко мне так подошел? Такой, смотри, встань. Ты такой, чу, отвали! Я подкатываю, черт возьми! О май гад! Ты что делаешь? Успокойся, чел, ты что творишь? Тебя, черт возьми, приютили! Веди себя нормально! Я выражаю благодарность. Я показываю, что я не опасен. Я преклоняюсь. Спасибо. Я истинный джентльмен. Все, она закрывает дверь. О боже. Мы сдохнем, о боже. Она говорит, какую вам пушку на двоих сделать? Да без разницы. Пушку на двоих? Она нам не доверяет, она нас сюда не пускает. Ну, естественно, там куча ресурсов. Конечно, она не будет нас доверять, она нас знает. Ты, господи, 10 минут от силы. Давай, нужно будет ее сегодня вечером веселить. Покажем, может, гладиаторские бои друг другу. Нужно веселить нашу госпожу. Склоняюсь перед вашей волей. Нужно будет веселить нашу госпожу. Нужно больше древесины. Она везде ставит один пароль. Зачем? Какой пароль-то? Ну, наверное, скажет, может быть. 4 нолика? Ха! Гей! О май гад, смотри, что она делает. Что она делает? Где она? Она вот здесь. Зачем она здесь? О, боже мой, что это такое? Что за пристройка? Это твоя тюрьма? Ну, в смысле, тюрьма для нас? Что он сказал? Спальный дом? О, точнёк. Вау. Пароль. Не подходит. Топ справа, зеленая полоска. Да-да-да, мы знаем, вроде как. Здесь другие пароли. Окей. Что делать надо? Она так сказала, это здесь другие пароли. Как будто так и знала, что ты хочешь тут остаться. Где спальный мешок? Я не знаю, что ты делаешь вообще? В шкафу она говорит. Я вам спальники дам. Она сказала, пойдемте, я вам спальники дам. Надо отсюда выйти. Это ее дом, понимаешь? Это ее личное пространство. О май гад, где она? О, щит! Стой, тихо, Сай, стой так. О май гад, ты у меня между ног. Встань здесь, Сань, где я сейчас стою, вот чисто так же. И смотри на тень. Да. Я не знаю. Чё? А, она вылетела, она говорит, у нее игра периодически вылетает. Она спит, ты такой испуган. О боже мой, она спит. Интересно, ей удобно так, чисто? Во времена, в школьные свои дни, я точно так же до дома не добирался, вот так до двери. Ничего. И валялся на лестнице. О май гад, что это было? Это что за брейкданс? Ты видел это? Что, она летает? Океан. Что?
за херня? Проснулась, проснулась. Короче, делать что хотите, я спать пошла. Чё? Вот так просто? Ты просто дала нам зайти в свой дом, сказала пароли от всех дверей. Дала одежду и ткань, и стоп, штаны. Стоп! А, спальники, в спальниках. Какой код? Там внизу. Нет, нам туда нельзя. Или нам туда нельзя. Здесь поставьте, вот тут наверху. Хорошо. Надо будет здесь каменным. Да сейчас уйди ты, это моя сторона, я тут ставлю спальник. О, господи. Надо по фэншую, ногами к двери. А знаешь, что прикольно? Билдинг-то блокт, ёпт. И всё это, весь этот путь нужно преодолеть снова. Да, я зарегистрировался, но он блокт. Билдинг-то блокт. А где он? Так, ладно, всё. Что у него тут есть? Спасибо, Настасья Кински. Спасибо. Oh God. Спасибо за дом, спасибо за жилище. А мы пошли там что-нибудь себе найдем. Потом сделаем пушки и будем убивать всех кепок. Окей? Спасибо. И будем возвращаться сюда, в этот дом, чтобы спать. Она написала ахахахахахах. Здорово. Здорово. Как сам? Ты где живешь? Тут? А тебя учили то, что когда с тобой разговаривают, нужно факел доставать? Что? Какой у него ник? Ты где живешь? Есть дом. Че, по башке что-то? Нихуя нет. Нихуя нет. Оу. А, это он писал. Фигово. Бичи объединяйтесь. Это ты писал бичи всех видов объединяйтесь? Ну я не то маленько писал, но я тоже писал. А-а-а. Окей. Ты новенький на серваке? Я только второй раз играл. Да я вообще в этом расте новенький, я не умею в него играть. О, по-моему, ему лет 18. Ясно. Ну ладно, тогда мы тебя не будем трогать. Окей, да. Старый надоело, где-то, блядь, не знаю, в этот интереснее играть. А чё, в старый можно? Да, кстати. Научиться, блядь, хуй знает с кем поиграть. Ну, этот намного интереснее, так что... Так что, играй в него. Ну и не подходи, конечно, к таким чувакам, как мы. Мы к себе хули. Мы вроде мирные. Да нет, нас самих приютили. Нас приютила женщина, ты не поверишь. Так что, мы тут как бы... Да-да. Вот такая везуха бывает в расте. Че, вы не так? Не знаю. Вон тот дом на камне, видишь? Вдалеке. Зачем? Не надо! Зачем? О, тип! Здорово, чувак! Как сам? Мы мирные, мы просто тут разговариваем, типа. Ага, Вадим, это снова ты, да? Снова ты! А что такое? Это помнишь чувак с этим голосом таким? Только что увидели его. Следишь за нами, да? Следишь? За нами невозможно уследить. Какой голос? Уедомный. Спасибо, чувак. Черт, я так бегу, у меня ведро на голове. Господи боже. Ты дома уже? О, блин, я так масштабно прям прыгаю, я не знаю, как... Какой-то фильм. Ты её ноги в бетон, ты её замуровал, Саня! Чёрт, она же когда проснётся, она будет без ног. Саня, смотри, тут такой ночной свет прямо, посмотри внимательно. Саня, вот из нашей комнаты прям идёт, как будто, знаешь, вот, как дома. Свет в комнате включен, ты такой по тёмной квартире идёшь и прям уютненько так. Офигенно.